Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте сегодня попробуем начать Far Cry 2. Я ее уже хотел попробовать, но не смог. Не было такого разрешения моего и так далее. Широкоформатного не было. Но вот сейчас все прикрутили. Видать, в 2022 году. А может и раньше, но я в 2021 пробовал. Не пошло у меня ничего. Давайте поглядим, что она собой представляет. Играем на простом, чтобы вам не смотреть на моей заморочке. А, тут поменять можно даже харька. Серьезнее, что ли? Давайте вот эту вот бумбараша возьмем. Никакой HDR тут не поддерживает. А может быть, Владыс, ну вроде поехали. Есть немного. А вот Divinity я буду заливать. Значит, смотрите, там да, там HDR сразу видно. Вам повезло, что пол остался всего. А почему видно? Он немножко искажает цвета, не сильно, но есть немножко. Зато картинка такая более насыщенная становится. Прохождение только на Ютубе. Первую часть я заливаю везде. Что-то звук, у меня звук вообще, по-моему, на всю. Или может просто у меня так тихо. Музыку я отключил. То, как обычно, будет ругаться YouTube, музыка и так далее. А может она и будет. Барабанывают какие-то. Более 1000 роликов, смотрите избранные игры. Некоторые из них я могу продолжить. Или перезалить заново. Кому интересно, потому что от игры я стал отходить, смотрят мало. Если вы заинтересованы, значит, делитесь ссылками и так далее. Если вы... Чё это с ними? Смотрите, они на курице. Вот это прыгуны. Будущие спортсмены. Но тут еще скажут. Поэтому обратите внимание, что если игр не буду смотреть, я буду отходить от них. Кому интересно, значит, смотрите, я буду перезаливать, заливать. Игрушек там много в избранном. Кого-то может что-то... Опрос на вкладка сообщества. Можете написать комментарий там. Меня интересует такая-то игра или меня интересует такая-то игра. Если двое-трое появится, значит, я залью. А может быть, просто сам захочу залить. Некоторые сохранения у меня остались. Домой барбусик. Ну, графика, конечно, так себе. Но игра 2008 года. Слава богу, что ее переделали. 60 FPS и так далее. Вот 100 даже. Все прикрутили. Моего брата была. Ну, в 21-м я ее заливал. Он такого не был. Он в пожаре потерял все. Теперь он уехал из страны. Я эту игру не помню вообще. Вообще не помню. Я даже не помню, играл ли я. Снова радио свободы несет правду всем, кто ее ищет. Вот должен был играть. Что вы нужны своей стране. Берегитесь заразы СНС. Да, зараза. Но это, конечно, не тот Far Cry, мне кажется, который был уже начался. Диджей мне нравится. С третьего Far Cry. Может, всякие музыку хорошую не знаю, по глядим. Вот тачи какие. По-русски говорит, чурман. Планили тут, блядь. Куда собрались? Я с пассажиром. Везу вас в городской отель. Вы из аэропорта? Да, сэр, из аэропорта. Джентльмены, вы же тут стоите весь день. На обратном пути я привезу вам холодного пива. Вы не пьете пиво? Ага. Пиво? Да, мы его пьем. Давай живей, проезжай. Да, сэр, спасибо вам. До скорой встречи, сэр. Ну что, поехали, тупица, блядь. Чё ты встал-то? Чурбан, блядь, живей. Чтоб ты зажарил. Иностранцы. Не обижайтесь, сэр. Да, кстати, если там Вертера пройти не смогу. Ничего у меня не оставляют. Память я слишком разогнал, у меня на выходе синьку поймал. Запись восстановил, а вчера сунулся, смотрю, а память не спускается в этом месте. В интернете тоже не смог найти, так что попрощайтесь с Dead Space 3.
Да, и еще хотел обратиться к тем, кто смотрит Саботер. В финале там нету миссии, я поискал, посмотрел в интернете. Она говорит, вообще отсутствует, я так и не понял. Прохождения дальше не будет. Напишите хотя бы что-то там. Значок так и не вылез. Я хочу попробовать. Сейчас тут много задание от пройти. Мне кажется, навряд ли уже. Я подождал какое-то время. Второстепенные я вряд ли буду проходить. Посмотрим. Думаю, что вряд ли. Да там она одно висит второстепенное. Я не знаю. Если бы несколько было, было бы несколько. Пусть это вас не беспокоит. Гонка точно меня не интересует. Вы же понимаете, каково это? Короче, игры отваливаются. Dead Space 3, Саботер. Потом вот этот ужастик, скорее всего, тоже отвалится. Не набирает время. Поэтому вот решил залить вот эту и DVD-2. Очень давно в нее играл. Тут только дураки остаются. Единственное, что мне не нравилось, там зайдешь не туда и заваливается секунду. Заглючиваю. Я говорю, тут наркоманы одни. Наркоманы. Рассказывай про наркоманов. Все великие писатели наркоманы в основном. 80%. Так, сэр, мы на месте. Добрались живыми. Эй, вы в порядке? Выглядите плохо. Устали, наверное. Устал он, да. Устал, штаны насрал. Кто это? Что с ним сделали? Дурашлепом-то был. Бумбараш, вставай! Засланный казачок там. Бумбараш смотрели там тоже? То за одних, то за других. Присутствие объекта в стране является дестабилизирующим фактором. На нем всецело лежит ответственность за ввоз оружия в страну, что является нарушением совместно подписанного соглашения. Его репутация опасного торговца оружием полностью оправдана. Объект должен быть ликвидирован. Все пошло не по их плану. Я все еще дышу, а вот у тебя малярия. Ведь их ни хрена не устроит. Что старался? Ты уволен, и ты знаешь об этом. У тебя был шанс, но ты его упустил. А поскольку люди вроде тебя работают только за деньги, ты мне больше не страшен. Нужно тебе найти другую работу. Твои старые клиенты не понимают, что меня невозможно убить. А ты понимаешь? Никто меня не убьет. Никто. Я решаю, кому жить, а кому умирать. Я. Боится, все равно его убивать. Я давно прочел одну книгу. До сих пор еще не приехали. Она помогает мне понять жизнь. В книге говорилось про людей, что движет ими. Каждый живущий прежде всего ищет приложение своей силы. Жизнь есть воля к власти. Другое значение не имеет. Вот так. Ну, наверное, подумал, он и так сдохнет. Или такой добрый. Самаритянин такой. Вставай уже. Бери шинель, поехали обратно. Пушку поджог. Они вот так решили от него избавиться. Другого способа не нашли, что ли? Оп, побежал сразу. Быстрый парень, блядь. Только что сейчас задыхался, блядь. Срался под себя. Да, что-то эта мишень не очень мне нравится. Мы привыкли к нормальному. Кто кого лупит, я еще понять не могу. Ч
Че тут смотрите, стоит чурбан, блядь, стоит, блядь, ветка, что ли, побежала, или что это там такое? Оружие надо какое-то поднять. Откуда они выкатывают эти мерзавцы? О! Кто с кем воюет? Я что-то понять не могу. Я в ту сторону стреляю. Ну, смотрите. Что-то здесь одно мыло. А, он, наверное, просто... Мерзавцу этому на... Блядь, мыло что-то до хера больно. Что-то я свою стрельбу не слышу. Куда идти-то, я не пойму. Тут какая-то мафия, блядь. Там, наверное, без меня косики. Не, погодите, может, я не сюда вышел? Что-то его заштормило опять, смотри. Я говорю, наркоман вот какой-то. Депрессанты, они же постоянно с этими депрессантами. Там, блядь, больше, чем пол Америки на этих таблетках. У нас просто так не купишь, а у них каждый. Ох ты, картинка красивая. Перевяжи рану, пока не загноилась. Он там опять эти лечения, блядь, вонючие. Хрена ничего не изменяет. Что это такое вот? Какая это буква, блядь, не пойму. Все, началось. Вот эта анимация меня достанет, чувствуется. Я Конкараш, а ты идиот. Ты на кого работаешь? Ты в гостинице что завалил нескольких моих ребят, ты в курсе? Итак, теперь ты работаешь на меня. У меня так, есть для тебя несколько поручений, мальчик. Сначала подготовься, подбери снаряжение, боеприпасы и аптечку. Чё это за крикозябра, бля, не пойму, ну. Синий портфель. Так уйди отсюда, где я его тебе найду, блядь, тупица. Чё-то там кнопки-то все простые. Наверное, просто английские стоят, ой, русские стоят кнопки. Чтобы сохранить игру. А, вот он, портфель. Ё-моё, тут чего в определенных местах надо сохраняться, что ли? Вы чё, обалдели, на? Портфель. Чемодан какой-то. Чемодан. Дальше что? Началось, блядь, как обычно, эта дресня вонючая. Да нахер, я не буду ее брать, эту мачете. Что такое я наделал, не пойму. Так, как мне выбрать, значит? Все забрал. А что такое? Шашлык? Шашлык? Шприц. Все бери, порезай. Язык-то у меня что, блядь? О, смотрите, сколько я тыкалок набрал, блядь. 5 широк. Увы. Я работаю на парня по имени Гакумба, местный босс Объединенного фронта. Все мои лучшие ребята сейчас сражаются против бойцов СНС. Гакумба, я думал, как. Значит, для прочих заданий у меня есть только ты. Так, первое, нужно починить эту проклятую колымагу. Справишься или у тебя опилки вместо мозгов? Постарайся как-нибудь запустить. Да, я такой плюшевый. У тебя малярия, так? Ты будешь валяться бревном, терять сознание. Может быть, умрешь. Жаль. Охрана, открыть дверь. Блять, в каком-то будке Рёв уже оказался. Все ты взял, где дверь-то?
Какой-то огнемет я взял, тупица, блядь. Сука. Смотрите, раз оружие, значит, два, три. Три оружия, да? Нахрен мне нужен огнемет-то, блядь. Блядь, там дробовик был. Как я дробовик-то просрал, я что-то понять не могу. Где уже ход-то? Че, он закрылся, что ли? Порез, блядь. Похоже, закрылся. Ну и зачем мне эта дудка нужна? Блин, а вот он, дробовик-то. Твою мать, а? Чё, подставили меня, блин? Говно это как-то надо поменять, трубу эту вонючую, да? Может, где-то что-то найду я здесь? Потраплю себя. Подождите машину свою. Мне надо выкинуть это говнище, блядь. Огнемет, зачем его нахрен? Может, он нужен будет в этой, ну, проливать, ладно. Как масштаб-то, что-то я не пойму. Че у меня какой-то, блядь, узбекский язык? Я понять не могу. Че тут мне наворочили, на мерзавцы? А, перезарядка. Ну ладно, не будем выходить, взаимодействие вот эта дресня с палкой наверху, да? А это перезарядка. Р вот это, да? Или нет? Точно. Ну что, пока все у меня устраивает. Это не моя машинка. Все понятно. Че ты крутишь там? Мерзавец, а мерзавец. Как там, блинчики? Какие-то телефоны, блин, напихали они. Все, что это такое за знак? Ну все, так и будете сигналить там мне. Сигналил. Плюсы, что ли? Никакие плюсы не работают. Ну кто бы знал, вот я настраивал, все было нормально. Какие-то крокозябры появились. Ну, посмотрите карту. Ну, чё, плюс этот вонючий. Чё, посмотреть карту. У вас одно новое сообщение. Давай. Отлично. Теперь давай избавимся от кое-какого мусора. У СНС в полукилометре отсюда есть аванпост. Если с тамошними придурками что-то случится, я буду очень рад. Вот так вроде настроились. Машину починили. О, посмотрите, навигатор у меня. Чё, у меня машина такого нет. Где дорога? Вот это беленькая дорога, да? Давай, мужик, не разбей всё это. Оп, чуть такое вот лежит. Забирай, чёртовой матери. Чё это за секалку ты взял, да? Еще ломается. Да где? Что-то я такого вообще не припомню. Чинить его надо. Я что-то эту херню не припомню, ребята. Чудо в перьях, блядь. Все, поехали. Сорвались, ребятки. Надо только с навигатором сначала подобраться. Вот этот красный, что это там дорогу показывает, да? Смотрите, да, прикольно. Вот этот красный, видели? Похоже, дорогу нам показывает, показать. Я не понял, куда. Да.
с машины там тут есть. Ну, может, вам зайдет, так будем продолжать. Здесь встанем, сейчас мы поможем. Стало. Блять, у меня дальнего ничего нет. Я там оружие, у меня куча была, блядь. Я взял какую-то дресню, блядь. Просто попал я, блядь. Открыт, блядь, что это такое? Автомат, что ли, нет? Это автомат у меня. Автомат на автомат. Может, тут прицел получится, нет? Шило на мыло, блядь. Так, давайте выкурим их отсюда. Бомжей. Кто это, свой, нет? Черт тебя знает. Блин, запалил первого попавшего. Ай, блядь. Опять вы че, блядь, задрали меня нахрен? Дайте мне поюзать игру-то, блядь. Знаю, что ты зачистил то место. У меня есть для тебя другая работенка, но я вовсе не хочу, чтобы ты свалился от истощения. Вот то, что нам надо. Запасы и подготовься к выходу через несколько часов. В этом здании безопасно. Она выглядит интереснее, чем вот эти вот сейчас все эти говенные игры. Во! Все, мы сделали как положено. Блять, опять эта дресня. Да вы что, обалдели, что ли? Нахрен мне эту... Это вообще никак не идет, ну, некачественно. Это автомат, да? Это вот дресня. Нет, он не возьмет ни черта, блядь. Он выбрасывает автомат, сволочь. Хренососник, блядь. Бумбараш вонючий, да. Ладно, персы. Че дальше-то? Че там базарил-то? Чем делать? Давайте тут обрычим. Собака тут была, он жила. Где она? Куда она делала? Вот. Он его в живых оставил для того, чтобы он потом его убил. Что тут? Смотрите, какой-то ящик купить, что-то. Давай ложись, чертовой матери. Меня эти иероглифы будут сейчас раздражать. Это, наверное, скорее всего. Все, хватит. Сдрись, сосед. Сохранялочка. Как удачно я тут. Нет, игру я эту не помню вообще абсолютно. Что-то вот просто без понятия, чего я это все. Опять, смотрите. Опять эти мерзавцы звонят. Постоянно будут доставать. Нужно, чтобы ты нашел базу СНС на юге. Вонючие банки. Устраивают петушиные бои. Разведай, что там и как. Первую точку наблюдения я отметил на карте. Ну, вперед! Спам, блин. Нет, вроде задание, да. 3-4. Че, пока меня все радует. Конечно, графика не то, что хотелось увидеть. Но извините меня, 8-й год. Очень неплохо, да. Железо, наверное, напрягало, будь здоров, да? По-любому. Смотрите избранное, не забывайте. А то нахрен отказываюсь от всех. Ну, пока я прохожу, новинки-то совсем не уходят. Вы видите, что творится? Давай вот здесь нашкиримся. Как-то автомат, он больше на ружье похож. Это, конечно, не очень. Блин, вообще, вот 8-й год, да, 8-й год. Смотрите, он присел, я... Бег нажимаю, он встает. До сих пор в играх такого нет, блядь. До сих пор.
Ага, все отлично. Видите, тут как все это зашибись. Сядем, выйдем и отлопушимся. Да, тут трясней, я тут ни хрена ничего не вижу. Может, она удаляет? Блин, уж слишком она прибавила. Я ничего не нашел, блядь. Ребята, да. Или картина это мешает, вонючая карта, блядь. Ну все, блядь, спрячь. Че твою матери. Может, вот здесь надо или в этом месте? Я и ни врагов, никого не вижу. Меня вообще показывают, ну туда уйти. Что это было? Где вот они эти? Проверим. Где эти мерзавцы, блядь? Где он, этот козлен? Черт, говорит, вы слышали, черт говорит там. Запалили меня, черт, запалили меня, блин, а? Ай, лежал такой, блин. Я что-то я звук свой не слышу, это, ну. На последнем патроне попал я в эту местность. Тут, как обычно, зачистка, наверное, местности. Ну. Вот эта бочка, интересно, рабочая, блин. Мне очень расстроило в этой игре, сразу расстроило, что он меняет шило на мыло, блядь. Кто это, блядь? Чего? Вахханалия, блядь. Где вы, суки, пушки, блядь? Звук-то, конечно, что-то... Ну, может, просто 5-1 у меня стоит за это. Все, зачистили. Давай посмотрим, что у них тут поживится, чем такой же выгляд там. Блин, погробче пострелял, блядь, что это дать слышно. Наверное, нет, 5-1, блин, вот чего. Вообще ничего нету, блядь. А вот здесь я могу сохраниться, интересно? Смотрите, блядь, везде. Вот, вот как должны игры быть, блядь. Сохранился где хочешь. Хочешь хард, пожалуйста. Ставишь хард, сохраняется только в определенных точках. Все удобства для игрока, блядь. Никакого затягивания игры, блядь. Первый раз я промахнулся, что ли, похоже. Давайте посмотрим, что пошарим тут. По мешкам, блядь. По унитазам, блядь. Поехали. А туалеты где у них, интересно, есть? Можно там лечить? Или туалет вот этот везде? Туалет везде? Где хочешь, там и вышел и присел. Че, где? Пойдемте это за моей машинишкой. Водила трогать. Что такое? Вы видели, поплыло, картинка поплыла. А, он устает, ё-моё, он устает, какашки у него валятся. Он. Поплыла картинка, я думал, что-то с графикой, да. Вот она. Ласточка моя, пятнашечка. О, давай. Навигатор, конечно, не мой. Я его... Сейчас телефон дам. Че я сюда приехал? Нахрен я сюда приехал? Может, кого-то я не убил, что ли? Темнеет у него в глазах, видите?
Вон показывает, куда точка-то. Едем по навигатору. Так я здесь не проеду. Куда я поеду-то здесь? Почему здесь это значок-то показывает? Тут поворот показывает. Вокруг поеду. На карте смотреть. Здесь что-то я, наверное, не взял, да? Показывает здесь. На этой карте здесь показывает. Черт знает где. Я не пойму, соответствия нет. Смотрите, справа показывает здесь, а слева здесь. Что-то, видать, какую-то дресню я не взял здесь. Заморочил. Это бутылка, тупица. Достать карту. Нажмите достать карту. Ну, достал я. Чего дальше надо? Так зачем мне это отмечать? Это все обучение, что ли, идет, блядь? Опять этот колхозник, блядь. Там держит заложника, иностранца вроде тебя. Нужно пойти и вытащить его. Разведай все заранее. Где это кирпичное здание? Ты что, дурак? Ты видишь, где я нахожусь-то? Тупица ты глупый, блядь. Вот здесь вот, вот это что ли? Я не пойму. Или где-то там вот дальше. Может, я должен находиться... Вообще в другом районе, блин. А? Вот так вот. Оба, видите, заморгал он. Ага, вот он, кирпичный. Блять, заховали куда его. Наверное, оно, да? Кирпичный там. Против кирпича. Точно, блядь. И пошарил, да? Запрыгнешь? А зря. Чего тут хочется? Она не открывается, это, потому что у меня, наверное, все есть. Хитро они тут его запрятали, да? Здание-то, блядь, запрятали так, что, блин, хрен найдешь, но. Сохраниться, что ли? Ну, чё опять тебя заглючил-то, блядь? Чурбан ты, блядь. Черт возьми, ты кто? А, дед Мария. Кто, да? Да, помню. Бумбараш. Здесь все и в итоге болеют. Приключения бумбараша. За это я могу достать тебе пилюль. Встретимся позже, в баре у Майка, лады? А сейчас пока расстанемся. Мне нужно уединиться за кустом. Где обоссись, блин? Че он там козяв? Блять, я выйти отсюда не могу нахрен. Подожди, я сейчас выйду. Опять мне эту дресню кто-то сунул. Бумбараш на связи. Тем, кто хорошо работает, я хорошо плачу. Ты ходи к бойне, там продолжим разговор. Постоянно его, блядь, это, звонят ему. Тихо-тихо, канал. Че, вроде правильно поехал, да? Вон, казачий. Моё, блядь, я не... Не брался я. Я и не видел, что это поворот. Я вижу, поворот показывает, а его не видать за этой дресней. Блядь, микрофон мне так и не может перевести. Зависнуть. У нас и у них.
еще хотел беговую карту. Я вот опять еще не знаю. Она дешевая. Она 500 рублей или 700 не стоит. Это дешевая. У них 200, а здесь 700, блядь. Как микрофон, блядь. Здесь 700. А там, блядь, 80 рублей. Мне надо вот именно вот так. Это наушник отодрали. Где тут дорога-то есть? Вот она. В штаб-квартиру, что ли, возвращаемся? Поменяйте мне, козлы, блядь, эту дресню, блядь. Жаростойкую. Опа, что это? Показывал на дверь. Так, где? Куда идти? Прямо идти. Что-то слишком темно. Нет света. А, это граната переключает. Мне кажется, надо немножко посветлее сделать. Я даже не знаю, здесь, по-моему, нет такой настройки. Светлее. Нет, это есть, блядь, даже всего есть. Давайте чуть-чуть. А широкоформатный нужно, нет? Чё, она опять сбилась-то? Чё-то мышка не лозит, на. Да у вас, наверное, светлее будет. У вас почему-то картинка светлее там. Я никак не могу проверить, то есть мне надо поменять монитор, другой поставить и посмотреть. У меня и нет его ни хрена. Он есть, но возиться с ним. Там другое подключение совсем. Ну и чего? Куда идти-то, я не пойму. А, вот какая-то. Вот он, блядь, этот. Ладно. Железный майк. Позволь дать тебе один совет. Нет, давайте сохранимся потом, блядь. Единственная валюта, которая здесь чего-то стоит, это неграненные алмазы. Сейчас не принимай бумажные деньги ни от кого. Я бы ими даже задницу не стал подтирать. Если работаешь на Афон, тебе платят камнями. Один из моих ребят, не самый... Камнями с улицы? Вез вчера кейс с алмазами. Оставил его где-то в лагере, отправился в город, и там его подстрелили. Возможно, это ты постарался. Короче, если найдешь камни, они все твои. В кейсе есть маячок, так что ты его без проблем найдешь по компасу. Не глупи, достань для себя лекарство. Расхаживать с малярией не лучшая идея. Попробуй спросить в баре у Майка, там пьют все иностранные наемники. Когда поправишься, найди офис фронта в городе, я сведу тебя с Гакумба. Эй, открой дверь. Такой дьявол, блядь, приказной, блядь. Кужиристо, блядь, спокойно. Че он не открывает? Полный, поэтому не открывает, да? Все, пошел я. Огонечек, огонек. Ну смотрите, тут сколько всяких механик. Где они все эти механики? Вот эти вот, все Far Cry. Ну третий еще, ладно. Третий там истории. Вот он сейчас... Часто мигает. Где вот его сейчас найти, этот чемодан? А? Как вот его искать, этот чемодан, я не пойму. Блять, что это за помойки тут, блять, лази, я по помойкам поедем. А? Ну как вот, я не знаю даже, как найти это говно. Аптечка ему показывает, а чемодан не показывает. Да. Вон он как херачит. Мигает. Так, что там у нас? Огонек. Чем ближе объект, тем чаще мигает. Я уже не знаю, что тут. Где-то, значит, здесь мне надо нарыть его, да? Давайте уберем, попробуем пошарить. Главное, мясо кругом тут. Скотобойня какая-то. Куда они спрятали его, кажется? Он вообще мне куда-то показывал. Чемодан как раз у них там и находится. С алмазами в этой будке. Мерзавец, а мерзавец, отдай мне чемодан.
Я что-то понять не могу никак, я не могу этого. У меня мигает, а постоянно горит. Что-то не горит у меня ни хрена постоянно. Мать, блядь, напугал меня, этот чурбан меня напугал. Блядь. Где это говно-то, блядь? Да раз тут найдешь чего, блядь? Да нахрен вы что, обалдели что ли, блядь? Может вот здесь где-нибудь? Он не перестает мигать-то, он должен... О, чемодан. Ну вот что, он перестал мигать, что ли? Там перестает мигать. Когда отходишь, подходишь, черт тебя знает, на. Блин, мне надо говно вот эту дудку эту вонючую, блядь. Мерзость, нахуй, поменять, блядь, чтоб обрезку. Специально, что ли, они так делают, всякие эти вот неудобства с оружием, блять, понять не могу. Все, затуманился у меня, мозг затуманился. Где машинка? Все, сорвались? Пятнашечки. Навигация здесь вообще по-человечески сделана. Да, не так, как, конечно, блядь, как там ставить отметки, не так удобно, но вполне достойно. Сюда вот. Вполне достойно. Да, эту игру я... Вот я помню только начало, ну, как вот там на машине я себе чертил, конечно. Ну и там игра-то была, она вообще не поддерживает локацию. А вот даже флажки, по-моему, она поддерживает. Не будем стрелять, плевать. Чего? Блять. Смысл не стрелять в кого-то? Собирается. Блять, я, по-моему, заблудился, да, нет? Ну да, вон, да, пока. Показать, что я смеялся. Разбираюсь. Пока еще. Вот, Тардис прилетел, да. Ну здесь, наверное, сейчас конник не будет, нам надо оружие. Нет, игра, я думаю, вторая часть, наверное, по-любому будет. Но если вы смотрите на других каналах, увидели 2К только на Ютубе. Я не знаю, Одноклассников есть, но я там заливаю на полдня, на день позднее. То есть, когда здесь вышла, она уже устаканилась, я заливаю туда. Но я в последнее время и туда не заливаю. А переходы только делаю. Переходите, лучше вообще через поиск выходить. Все переходы с Одноклассников и так далее, мне... Чего там выбросил? Ну, блядь, он автомат выбрасывает, этот козел, блядь. Бери, что все подряд, бери, что тебе надо, то и бери. Как вот, где этот бар? Давайте пойдемте промстимся в этот бар, вонючий. Где он, черт твою мать? Вот сейчас я вот так вот порву, если не дадут ничего. Брать оружие, я не знаю как. Thank you.
Для борты. А, вот магазин, да? Смотрите-ка. Ну не знаю, мне кажется, вряд ли я сейчас тут что-то сделаю. Эх ты, черт ты, блядь, поганец. Иди сюда, тупица. Достань эту колымагу. Где у тебя палка, блядь? Ручалка. Да он сейчас футболит тебя. Все закрыто. Нет, ничего пока не будем делать. Нахрен. Давайте сохранимся, я там, может, пошарю, разберусь. Я думаю, тут сложностей нет никаких. Давайте на этом остановимся. Достаточно на первый раз. Смотрите на YouTube. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.